Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 30 мая для верующих Липецкой области стало знаменательным днем. В главный храм епархии привезли ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира. В рубрике «Благовестники» смотрите репортаж о пребывании мощей крестителя Руси в нашей епархии. Благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в год тысячелетия со дня представления святого равноапостольного князя Владимира ковчег с его мощами посетит 50 крупных городов России. 30 мая мощи были привезены в Липецкий Христорождественский кафедральный собор. Из Кремля они были переданы в храм Христа Спасителя. И, пользуясь этим, из храма Христа Спасителя они объезжают всю Россию, то самое наследие святой Руси, которая была крещена трудами святого равноапостольного князя Владимира, да, а ныне поддерживаемая молитвами ее пред Господом, соответственно, в духовном присутствии, да, дабы все верующие Русской Православной Церкви, соответственно, потомки, могли приложиться непосредственно к его мощам. Делегацию и ковчег с мощами у собора торжественно встретил высокопреосвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский в присутствии благочинных церковных округов и духовенства епархии и открыл это событие своим архипастырским словом. Это удивительные события, которые мы из книг знаем, как святой равноапостольный князь Владимир крестил Русь, и при том не просто ту дружину, а Русь, русский народ, русскую землю, и избрал из всех вер, и мусульманское, и еврейское, и католическое, одну греческую веру. Вместе с архипастырем мощи встречал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов. Он отметил, что принятием православия креститель Руси внес огромный вклад в просвещение страны. Православные собрались возле собора у Поклонного креста, где в молебном пении вознесли хвалу святому князю Владимиру. Митрополит Никон в молитве к крестителю Руси попросил его ходатайства перед Спасителем за русскую землю и весь православный народ. «Да не прогневается на ныне зло, и да не погубит нас беззакониями нашими, но да помилует и спасет нас по милости своей». По окончании молебного пения мощи были перенесены в Христорождественский собор, где правящий архиерей совершил праздничное всеночное бдение. «Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови вы пять хлебов и 5000 насытивы, сам благослови хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи се во граде сем, веси сей и во всем мире твоем, и вкушающих от них верное освяти». Весь вечер к святыне не иссякал поток верующих, желающих поклониться святому, который дал нам возможность познать веру в истинного Бога. Пребывание мощей святого князя Владимира в нашей епархии совпало с празднованием Пресвятой Троицы. Великом Господине и Отце наше, святейшее патриарше Кирилле, и о Господине наше, высокопреосвященнейшее митрополите Никоне, честнее Пресвятой Своего Христа Диакон Своего, по всем речи люди Господу помолимся. 31 мая в Христорождественском кафедральном соборе города Липецка высокопреосвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский с духовенством епархии совершил божественную литургию. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие этого Духа будет за всеми вами. В праздник Святой Троицы вспоминается сошествие Святого Духа в виде огненных языков на апостолов. Совершилось это в 50-й день по воскресению Христовом, поэтому он еще именуется Пятидесятницей. По благочестивому обычаю к этому празднику принято украшать храм и свои дома зеленой травой, цветами и ветвями деревьев. Мне кажется, непередаваемые чувства вообще.
То есть это такой светлый праздник, такой душевный, сердечный. Мы вот посчитали обязательно своим долгом прийти в храм в этот день. С детьми, как бы, чтобы в их душах тоже была вот эта любовь, вот этот свет, как бы, может быть, им передалась частичка вот этой чистоты, потому что это большой, конечно, праздник и для всех православных христиан. По уставу Православной Церкви в день Святой Пятидесятницы совершаются первые после пасхального периода земные поклоны. По окончании литургии правящий архиерей по традиции Троицкой службы совершил Великую Вечернюю, за которой были прочитаны коленопреклонные молитвы святого Василия Великого на призывание Святого Духа. «Имея в нас молящиеся, преминые, припадающие Тебе и вопиющие, согрешивом, к Тебе приверженные смелоту утробы и отчею Матери нашей Ты, Иси Бог наш, но яко исчезоши в суете дни наши, в нажихом стоя, помощи решихомся всякого ответа, но терзающий наши родствуя зовем, грех юности нашей и неведения не помяни, и от тайны нашей очисти нас и не отрини нас от этого время, старости в них да оскудеть и крепости нашей». В завершении вечерни владыка Никон поздравил всех с 20-м праздником и в своей проповеди напомнил верующим о единстве всех православных христиан в Святом Духе. «Все мы, когда крестились, нас помазали печать дара Духа Святого, Духом Святым всем присоединились к Господу, единая семья. И вот этим Духом Святым всякая душа живится. Этим Духом Святым мы есть. Мы живем, движемся, мы в Боге всегда и с Богом, потому что Господь дал великую нам благодать и милость, Дух Святой, который наставляет нас на всякую истину». Завершая праздничное богослужение, митрополит Никон и духовенство продолжали прославлять равноапостольного князя Владимира. В течение всего дня словословие святому в акафистном пении продолжили священнослужители всех 8 благочиний Липецкой епархии. Утром 1 июня, в третий день пребывания мощей святого равноапостольного князя Владимира в нашей епархии, праздничную божественную литургию в Липецком Христорождественском кафедральном соборе возглавил преосвященнейший Максим, епископ Елецкий и Лебедянский. «Призри с небесе, Боже, и вижди, и посети виноград сей, и утверди и Его же насади, десница Твоя». Следующий за Троицей день Церковь прославляет Святого Духа. Это празднование было установлено в память о том, что святые отцы Вселенского Собора осудили ересь, отвергавшую божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном. Животворящему Духу с другими ипостасями Пресвятой Троицы воздается единое и нераздельное поклонение. Все
таинство православной церкви происходит наитием Святого Духа, который нисходит и пребывает с верующими, совершая в каждом человеке дело спасения. Каждый христианин может стать причастником благодати Пресвятого Духа и в этом обрести истинное счастье. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Радость праздника Святой Троицы и пребывание на Липецкой земле мощей Крестителя Руси выразили в своих выступлениях участники праздничного концерта, состоявшегося в Липецком епархиальном управлении 1 июня. Концертную программу открыл митрополичий детский хор под руководством Светланы Сингур. Гостями мероприятия стали представители делегации сопровождающих мощи святого равноапостольного князя Владимира, а также духовенство и верующие Липецкой митрополии. Своим выступлением слушатели порадовали учащиеся православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского. Архиерейский мужской хор Елецкой и Лебедянской епархии исполнил гимн «Единородный Сыне». Его написал византийский император Юстиниан I. Это песнопение ежедневно исполняется на литургии и выражает православное учение о воплощении Спасителя через Пресвятую Богородицу от Святого Духа. Второго июня подошло к концу пребывания в Липецкой митрополии честных мощей святого равноапостольного великого князя Владимира. Но оно не означает расставание верующих с этим угодником Божиим. Объединенные любовью во Христе, все православные могут мысленно обращаться к святому Владимиру, зная, что будут услышаны. Ведь для Господа, своим святым духом пребывающего в любящих сердцах, не существует времени и расстояний. Спасая Богом.
6 июня Православная Церковь прославляет блаженную Ксению Петербургскую. При жизни святая сподобилась дара прозрения сердец людей и будущего. О других памятных датах смотрите в нашей рубрике «Православный календарь». Девятого июня чтится память праведного Иоанна Русского, исповедника. Он служил солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Когда турки взяли святого в плен, они пытались обратить его в мусульманскую веру. В виде бесстрашия пленника, враги перестали его мучить и принуждать отречься от православия. 11 июня чествует святитель Лука, исповедник архиепископ Крымский. Святой угодник явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги душевные и телесные. Своим жизненным подвигом святитель показал, что такое несение креста Христова. После своей кончины владыка не оставил свою паству. Его молитвами совершают многочисленные чудесные исцеления. 12 июня вспоминается преподобный Варлам Хутынский. В юношеском возрасте он удалился в подгорный лисичий монастырь, где принял монашеский постриг. Он ревностно подвязался в трудах. Сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю. При жизни Господь послал преподобному дар чудотворения и прозорливости. В рубрике «Тебе поем» смотрите литературный видеоклип «Троица». Стихи Ивана Бунина и Виктора Афанасьева читает Павел Колобаев. Разбежались по лужайке беззаботной легкой стайкой, словно девочки-подростки, белоствольные березки. За руки взялись, и вот закружился хоровод. Роща юная, белоствольная, на заре росою умоется. Звоны слышатся колокольные, воскресенье святое, Троица. Звоны чистые, колокольные, разливаются в поднебесье, славят Троицу. Нивы привольные славят птицы звонкой песнью, и любое Божье творение, повторяя молитву вслух, славит. Вечное единение, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух. Гудящий благовест к молитве призывает, на солнечных лучах над нивами звенит, даль заливных лугов в лазуре утопает, и речка на лугах сверкает и горит. А на селе с утра идет обедня в храме, зеленую травою сыпан весь амвон. Алтарь, сияющий и убранный цветами, янтарным блеском свеч и солнца озарен. И звонко хор поет, веселый и нестройный, и в окна ветерок приносит аромат. Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат. Веселый праздник твой, и светлый, и спокойный. Ты нынче с трудовых засеянных полей принес сюда простые приношения, гирлянды молодых березовых ветвей, печали тихий вздох, молитву и смирение. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Ангела вам хранителя.